по 11 класс делают примерно так. Руслан Анатольевич, выпечка там будет на столе, потом уже пройти. Суп у нас на... Школа была деревянная, в нескольких зданиях, в Сабинском районе. И топили школу дровами. Иногда там мы приходили, значит, непроветренно. Ведь когда топит углекислый газ, ну, то есть это зимой. А так летом хорошо, в деревянной школе комфортно. Какие? Я, наверное, больше был и к точным наукам, там математика, там физика, память хорошая была, история, география. В принципе, я отличником не был, но Александр Иванович считает, что школа — это его семья. Да, школа.